Нападающий хоккейного клуба «Автомобилист» отличился на матче всех звезд континентальной хоккейной лиги. Федор Малыхин заработал 3 очка. Матч прошел в эти выходные в Братиславе. Малыхин удачно забил шайбу на 12-й минуте в первом периоде, затем сделал 2 результативные передачи. И хотя команда «Востока», за которую играл уральский «Бомбардир», проиграла «Западу» со счетом 16-18, Федор Малыхин успел отличиться на льду не только во время игры. Перед матчем, во время красочного пробивания буллитов, хоккеист вместо привычной каски вышел в танковом шлеме, чем сильно порадовал болельщиков. Сыграть на этом матче звезд среди великих людей, великих хоккеистов, то есть людей, которые поиграли в НХЛ. Действительно, мастера очень высокого уровня, звезды. То есть, конечно, в такой компании для меня было сыграть большой честью. И очень приятно вообще попасть, конечно, на такой матч.